эфире Вести, и мы продолжаем выпуск. В интернете сегодня появилось видео, заснятое камерой наружного наблюдения, которое запечатлело чудесное спасение домашней собаки. Все дело происходит в одном из пермских домов. Женщина с мопсом заходит в лифт, двери закрываются, и в этот самый момент пес неожиданно выскакивает в подъезд. Поводок же остается внутри кабины и застревает. Дальше лифт начинает подниматься и тянуть за собой собаку. От неизбежного удушения ее спас вовремя подбежавший мужчина. Он успел подхватить пса и оборвать поводок.